Сегодня иудеи отмечают Песах. С праздником верующих поздравил президент. Александр Лукашенко отметил, история и культура этого народа многие века неразрывно связаны с Белоруссией. Сейчас еврейская община вносит значительный вклад в развитие межрегионального диалога, поддержание атмосферы взаимопонимания и толерантности в стране. Цена килограмма сахара у белорусских производителей увеличилась на 60 копеек. Причина – ситуация на рынке. В России продукт стоит в два раза дороже, и есть опасения, что его начнут массово вывозить за пределы нашей страны. В Беларуси дорожают услуги почты и электросвязи. В первую очередь изменения коснутся абонементной платы за основной телефон. Она поднимется на 14 копеек. Стоимость пересылки простой карточки, письма и бандероли весом до 20 граммов увеличится на 2, как для физлиц, так и для юрлиц. В Беларуси 16 апреля пройдет республиканский субботник. Все силы будут брошены на приведение в порядок мест боевой славы, захоронение воинов и партизан времен Великой Отечественной. Заработанные деньги направят на капитальный ремонт мемориала «Хатынь». Накануне в Осиповичах местная жительница протаранила забор. Авария произошла около 6 утра. Женщина не справилась с управлением. С травмами ее госпитализировали.